Доброго времени суток! Вы находитесь на канале Уральского завода печного оборудования, и сегодня мы поговорим о печах для бани серии Диана. Данные печи способны отапливать парильное помещение объемом от 12 до 16 кубических метров. Сегодня у нас на обзоре сразу две печи. Это Диана Скала Порта и Диана с конвекционным кожухом. Начнем обзор с Дианы Скалы Порты. Данная печь вмещает в себя 100 кг камней, а также дополнительно оборудована экономайзером высотой 800 мм, который вмещает в себя еще 60 кг камней. Конструкция сетки выполнена таким образом, что камни не находятся на полу, благодаря чему весь камень прогревается равномерно, а уборка парильного помещения становится значительно легче. Центральный выход дымохода дает возможность установки баков различных форм, а также делает эксплуатацию печи более пожаробезопасной. Диаметр патрубка выходного отверстия равен 115 мм. Стальная дверка в данной модели оборудована жаропрочным стеклом японского производства Nippon и имеет размеры 255 на 280 мм и диагональ 340 мм. В такую красивую каминную дверку приятно наблюдать за горением дров, что создает эффект камина в помещении, из которого топится печка. В данной модели реализовано магнитное закрывание дверки. В комплекте с печью идет съемная декоративная рамка, которая закрывает щели между топливным каналом и кирпичной кладкой. Емкий сольный ящик для удобства регулирования интенсивности горения находится на одном уровне с дверкой топки, что упрощает эксплуатацию печи и позволяет удалить просыпавшуюся через сквозняк золу. Печь выполнена из котловой стали марки 09 ГТС. Принимая во внимание неравномерность нагрева свода и стенок топки, свод и газоотсекатель выполнены из максимально толстой стали 8 и 10 мм. Осуществлена возможность регулирования тяги за счет подвижной конструкции газоотсекателя, что позволяет избежать эффекта обратной тяги в процессе открывания двери. Топка и каменка печи имеют сложную изогнутую форму, что сократило количество сварных швов и повысило прочность печи. В зоне активного горения имеется дополнительное усиление по принципу сварочное соединение внахлёст, что существенно повышает прочность топки деформациями и высоким температурным нагрузкам. Внутри топки, глубина которой 40 см, находится классический чугунный колосник, который обеспечивает подачу необходимого количества воздуха для устойчивого горения дров. На задней стенке топки применена активная футеровка толщиной 4 мм, которая выполняет не только защитную функцию, но и производит дополнительную подачу воздуха в топку, создавая тем самым камеру вторичного дожига газов, что повышает КПД печи. Теперь рассмотрим Диану с конвекционным кожухом. Данная модель отличается тем, что имеет конвекционный кожух, который защищает от вредного инфракрасного излучения, а также за счет конвекции воздуха быстрее прогревает помещение. Данная модель вмещает в себя 40 кг камней и дополнительно оборудована экономайзером высотой 40 мм, который вмещает еще 20 кг камней. Каменка печи выполнена вентилируемой, благодаря чему ее невозможно залить. Излишки воды будут стекать к подножию печи. В данной модели реализована стальная дверца с магнитным закрыванием. Выносной топливный канал, размеры которого кратны стандартному кирпичу, позволяют топить печку из смежного помещения. Также имеются модели с укороченным топливным каналом, топка которых происходит непосредственно из парильного помещения. Остальные конструкционные особенности, а также толщина металла не отличаются от предыдущей модели, о которой я рассказывал ранее. Напоминаю, что экономайзер, камни и труба в комплект печи не входят, а приобретаются отдельно. Подписывайтесь на наш канал и группу Instagram. Оставляйте комментарии под этим видео, ставьте лайки. Всего вам доброго и до новых встреч!